что они как бы исчезают, очень плохо. Спорт надо поддерживать, надо находить деньги, надо выделять деньги. На спорт и на дороге в этом городе надо выделять деньги. Я считаю, что на данный момент сербского футбола вообще нету. Ну, нужен, конечно, надо поднимать. А вы сами ходили на матчи на местные когда-нибудь? Да, конечно, в Кассербах постоянно ходили болеть, я говорю то, что. И ездили на выезды раньше. То есть за команду болели, реально стадион был полон. Если вы, может, тоже приходили, помнили, что приходил народ, и хоть интересно людям был спорт, как-то массово внедряли. На данный момент Сербка, я считаю, они такие, как футбол, он отходит. Хоть даже построили труд стадион, но что-то... Да, тренируется народ, конечно, но не так активно, как раньше. Мало футбола. Ну, это, конечно, грустно. Хотелось бы, чтобы в нашем городе были свои футбольные команды, и, может быть, даже не одна, а несколько. Тут, как говорится, это, конечно, печальный факт. Хотелось бы, чтобы наш город имел хорошую футбольную команду, а, может быть, даже и хоккейную. Почему бы и нет?